Всем привет, ребят. Ну что, расхождение у нас тут очень сложное просто. Судовладельца, в общем, принимали недавно, выгружал нам все необходимое, запчасти в этом районе. Сейчас уже капитан ушел, я на вахте. В принципе, такая часть узкая, течение здесь меняется. Но сейчас уже более стабилизировалось. Уже на воде не видно разводов. Течение уже нормально. Попутное у нас. Вот судно встречное. Я его вызывал два раза. Он шел, не хотел отворачивать вообще никак. И мне сейчас приходится что делать. Я его просто вынудил. Пришлось с него ходить больше вправо. То есть у меня... В принципе, не так далеко уже и скалы. А этот коротыш, у него место, блин, он только сейчас вот подвернул на 81. Всю дорогу шел, блин, 70, 78 держал, так где-то. Я мог бы подвернуть намного раньше. Но ему что-то как-то лень. В принципе, да, это не беда, как бы, что. Одно судно маленькое, 44 метра. Непонятный дреджинг, что-то небольшой какой-то дреджер судно, по-моему, как мне кажется. Слышите, как тарахтит движок у него? С правой стороны вид поинтереснее. Небольшие деревеньки, камера, конечно, не передает особо, практически на берегу Северного моря. Климат здесь достаточно суровый, учитывая, что уже июнь, достаточно прохладно. Все это судно нам не нужно, снимаем его. Таджет Канцел. Наводим Таджет Канцел. Не висело. Выходим на курс 256. Идем в Амстердам. Там на подходе может будет что-то более интересное. Что-то сниму. Опять же, там у нас ничего такого серьезного. Там через вышки пойдем, потом в систему. Вот. Не будет таких экстремальных там мест, перекрестков, как в первом моем уроке. Поэтому ничего сверхъестественного, наверное, не ждите, но тем не менее что-то да будет. Все, ребят, всем пока.